совсем недавно, мы активно начали этим заниматься, расселять людей из аварийного жилья, и за 2013 год было переселено почти 300 семей. В этом году мы переселим из аварийного жилья еще 211 семей, и к 2018 году аварийное жилье должно быть в Вологде ликвидировано как таковое. Для этого нам необходимо будет расселить 332 дома и переселить 1500 семей. В течение 14, 15, 16, 17 годов мы эту задачу обязаны с вами выполнить.